Морская соль – капризная дама. Если к ней относиться уважительно, она способна принести много пользы. А вот если пренебрегать ее характером и природой, можешь столкнуться со всем ее коварством. Эта красивая метафора родилась здесь, на этом предприятии, где выпускают косметическую соль для ванн. Все продукты из морской соли, здесь у нас не представлены, они в основном 100% натуральные. Во-первых, это морская соль идет, и идут различные ароматизаторы, отдушки и добавки. Ароматизаторы подушки у нас идут тоже натуральные. Все ароматизаторы пищевые, отдушки у нас пищевые, добавки тоже в основном натуральные. Ну а в основном полезными свойствами, самые главные это ионы калия и натрия, которые, и хлориды, которые входят в состав морской соли, и различные добавки, минеральные добавки, но натурального происхождения. На первый взгляд может показаться, что у косметической соли очень простой состав и что ее легко воспроизвести в домашних условиях. Однако эксперты предупреждают, что это может быть очень опасно. Дело в том, что все добавки, которые мы добавляем, они должны добавляться в определенном процентном соотношении. Иначе, если их чуть больше переборщить, соответственно, они принесут только вред. Поэтому все нормируется процентным соотношением, весовым соотношением, и все у нас, соответственно, проверяется. То есть мы можем уже сказать, как продукт будет действовать на кожу и что с ним будет по окончании срока годности. Чтобы исключить возможные негативные последствия, чтобы ванная с косметической солью приносила только пользу организму и приятные эмоции человеку, идеально должно быть все – от сырья до дизайна. Все добавки, отдушки, масла мы закупаем у проверенных производителей. В основном это Европа. Предварительно они испытаны у нас. После этого мы только как испытание проводится, вводим его в производство. Любое сырье у нас, соответственно, имеет сертификат соответствия. Но прежде чем запустить в производство, мы берем образцы у поставщиков, добавляем конечный продукт и обязательно ставим на испытание. Дальше, во время всего техпроцесса изготовления косметической продукции все у нас фиксируется в определенных протоколах качества. То есть у нас работу всех операторов контролируется также на каждом этапе. Мы можем проконтролировать выпуск продукции, то есть с его исходных каких-то путей, сырье, какое к нам пришло. Соответственно, на каждом этапе мы проконтролировали, как готовится продукт, и уже в конце, в итоговом, мы, соответственно, все это контролируем. Но контролируем не только визуально, контролируем различными методами исследования. И отличается домашнее тем, что на каждом этапе у нас осуществляется строгий контроль. Строгий контроль, что не повредит здоровью человека. Именно поэтому покупать косметическую соль нужно у проверенных производителей. Только так можно быть уверенным в том, что этот продукт положительным образом будет влиять на красоту и здоровье.